Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте на странице 68 выполним задание под номером 2. Мама Сережи и Нади нашла в книге рассказ писателя Карданова об одной из достопримечательностей Москвы. Прочитай рассказ. На какой из фотографий изображено это каменное диво? Подпиши его название. Смотрят люди и глазам не верят. Поднимается над площадью каменное диво с узорчатыми стенами и главами. И каждая из этих глав украшена на свой манер причудливой каменной резьбой. Волнистый, ребристый, игольчатый и разноцветный, словно радуга. Итак, это каменное диво изображено вот на этой первой фотографии. И то, что мы здесь видим, называется собор Василия Блаженного. Если знаешь, что изображено на другой фотографии, напиши. Проверь себя по учебнику. А на другой фотографии изображен государственный исторический музей. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.